За последние сутки во Владимирской области выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Это на 148 меньше, чем накануне. Госпитализировано 93, на 80 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 145 924. В лидерах по приросту Вязники – 33 заболевших за сутки. Владимир переместился на второе место – 27 заболевших. На третьем Суздаль, где выявлено 14 инфицированных. Летальных исходов 4 на 1 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3320. Число выздоровевших – 1863. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 118 182.